Блин. Все, дальше. Всем привет. Кто заходит? Помочь идет хвостик. Спасибо большое. Я просто укладку не сделала. Почему не отвечаешь? Я не увидела. Можете еще раз написать? Помню, я хорошо ориентируюсь. Я скажу вам больше. Я не знаю ни одну улицу практически. Я знаю только улицы, допустим, где живут мои подруги, где я живу. Короче, я знаю буквально от силы, наверное, улиц 5, ну 4. В общем, вот так вот. Какого вы города? С Алматы. На кого учитесь? Не расскажу. Богатая, глупый вопрос. Давайте не будем вот это, типа, ты богатая, ты бедная. Вообще по деньгам людей так разделять нельзя. Есть часики Apple Watch? Да, но это, знаете, пустая трата денег, честно сказать. Я их вообще не ношу. И они в целом неудобные. Почему не стоит брать часы? Ну, вы можете, по идее, взять, но просто я ими вообще не пользуюсь. Они мне не нужны. Какой вы были в школе? В школе? Ну, смотря, если честно, когда была маленькая, я была вообще на приколе. Я была очень злая. Потом со временем успокоилась и нормальная стала. Очень красивая, спасибо. Сколько тебе лет? 18. Я живу, какой живу в Алмате, вообще не знаю улиц. Я тут живу 18 лет, тоже вообще не знаю улицы. Спасибо за подарки, консилер Воттон. Моя собачка спускается по своей лестнице. Но она немножко боится, поэтому мы пойдем ей поможем. Сейчас. Давай, малыш. Моя умничка. Проходи. Оп. Так, что вы тут пишете? Очень красивая, спасибо. Сделай обзор комнаты. Нет. Моя комната тут моя личная. Не хотите продать часы? Да зачем их продавать? Пусть лежат. Красивый город, я была в Алмате. Да, ты единственная в семье, типа, нет. Моя собака всегда, когда пьет воду, кашляет. Делайте красивую форму лица. Кстати, я не делала ни разу этот массаж, но я хочу начать его делать, потому что его хвалят. Что за прекрасные брови? Спасибо. Ну, кстати, знаете, у нас с папой одинаковая форма бровей. Если бы он себе вот тут чуть-чуть убрал, и вот тут вот, типа у нас бы реально была одинаковая. Почему секрет? Вы про учебу? Про учебу секрет, потому что я пока что планирую кое-куда поступить. Если я расскажу, то могут сглазить. Я в это верю. У нас папа точно, а тоже так же. Какой у вас цвет часов? Он, по-моему, либо розовый, либо белый. Куда ты собираешься? Да. Пока живем, собака выживает. Она, знаете, все еще воду пьет. Будете хорошей мамой. Спасибо. Мне так все говорят.
видя, как я люблю своих собак. Что мама знает все ваши секретики. Мам, это ты пишешь, да, такая? Я думаю, да. Все, дотушуем чуть-чуть. Я думаю, все. У меня просто именно вот в этих местах всегда забивается почему-то. Поэтому там нужно побольше. Встретимся? Нет, мне это не интересно. Почему она так кашляет? Я, короче, спрашивала у врача, это потому что... Эй! Ты чё, барник? Это, короче, потому что миска стоит типа низко, и поэтому она кашляет. Я ему скоро куплю высокую миску. Поэтому не переживайте. По-моему, моя собака хочет в туалет. Мама, если ты смотришь этот эфир, забери моих собак в туалет, пожалуйста. Я сейчас собаку.